ЭМТ представляет. Танечка! Видео. Виж грамм, пожалуйста, можно? Виж грамм? Да! Что сам хочу? Пожалуйста, короче, нашла. Какого черта вы поете эту песню? Эмэйт в Москве! Я буду снимать влог. Влог будет с Москвы у нас. Мы в Салам. Где-то я прочитала Салам. Проехали Чебоксары. Чебоксары проехали? Там было, да. Сейчас мы на нижней ноте. Где Маша? Я сейчас буду брать мороженое. Кафе. Здравствуйте, товарищи. Это Катюша. Ром тур. 20 рублей. Или в лесу. Давай, пока. Получается, мы в Чувашии, да? Мы уже проехали Чебоксары. Ну, мы же в Чувашии. А, ну да. А сейчас прочувашла. Все, у меня память закончится. Тебе это нравится? Нет. Это обедаем. И о! О! Давайте еще раз скажите это. Я отказалась от мучного. Я отказалась от мучного и сладкого. Она тебя ловить будет всю Нет. поездку. Она же знает, что я могу продержаться. Я же продерживалась. Еще 2 месяца, и потом еще я отказалась позавчера. Где? Не знаю где. И сегодня за миллион будет бороться Валера. По крайней мере. Еще нашла. А дальше наша собирка. Планчер что-то. Какое? Козларушки, let's go! Я уже тоналку накрасила, видите, на человек стала похожа, Эмма. Я в тапочку. Что за рок-звезда? Я тоже в тапочку. Панки Хагер, что видела? Вы скиньте в этом? Готовимся, красимся прямо в автобусе. На поражение, что же ты медлишь с этой мишенью? Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне, а ты заружена. Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне, а ты заружена. Новые наряды, что ли? Да. Да? Которые именно... Нет, это мы купили сегодня для Москвы. Да. А, у нас юбка еще. Все, ну, мы еще не успели. Улыбайся.
Так надо. Это видеоблог, мы в парке Сокольников уже наготове. Я здесь, значит, Манагер. Россия здесь. Манагер надо. Парфоп. Дорогие друзья, мы сегодня выступаем в Москве на праздничный концерт в честь Агатуй. Приходите посмотреть наш выход в 14:00 на большой сцене. Это, конечно, видеоблог, но ладно. Он выйдет позже. Скажите что-нибудь. Я богиня. Я богиня дискотеки. Я вот вообще себя мало снимаю. Всех снимаю? И вообще, мне так нравится, как я выгляжу. Очень красиво. Вот это спускается потихоньку, думаю, господи. Не спускайся. Блудница. Блудница. Владимир Высокойлова. Анжелика. Что? Это я. А где Юля? Юля снимает. А где Юля? Напротив. Юля! Шуртан хочу! Что ты хочешь? Шуртан. Таня! Сохранение и развитие чувашской национальной культуры и активную общественную деятельность. Да, активность. Он живой. Вот она легенда, легенда. Чувашской республики. Ты что мажешься? Я не мажусь. Это волосы. Это волосы. У меня с лицом все? Так близко не снимай, все поры видно. Нет, это знаешь как? Рыбка. У нас московские чуваши. Всем чувашам здоровья. И благополучия. Чувашла. Агатую я тебе. Вот я салам ладо. Руками больше. Нет, вот так вот. Наш менеджер. Да, это имеет, да? Да. Ну и после вот этих очаровательных. Бабулечек. Менеджер здесь, все телефоны здесь. Как нам надо? Номер 2. Короче, мы выступили, и как только мы вступили со сцены, на нас начала наезжать какая-то бабушка, которая утверждает... Которая наехала на нас. Наехала, в прямом это смысле. Не так, чтобы... Какого черта вы поете эту песню? Вы знаете, когда нужно петь эту песню? И почему вы повторяетесь? Если бы бабушки могли к нам прийти, они бы нас убили. Короче. Нас. Да. Типа, знаете, бабушка, которая говорит, что... Что она занимается фольклором уже 53 года, сказала, что песню, которую мы поем, нужно петь только в определенное время, и зачем вообще ее петь нельзя. По сути, мы как бы популяризируем культуру, поем чувашские песни народные, но за это нас, оказывается, еще и ругают. Очень, к сожалению, очень обидно. Вот так. Давайте в начале. Надо было сейчас людей, да, там нет. Самоанализ.
И что это было? Проверка связи. Уехал. У нас два оператора. Ваши впечатления о московском метро? Пока не особо. А тут нету этих длиннющих, красивых, нету, да. У нас красивые все. Два оператора. Ну, короче, московские, мы не московские, мы просто запутались, куда выйти, не знаю. Да, там метро не вот. Нет, там еще. Спасибо. Да. А ты, ваши радости, где ваши радости? Я вывела всех нормально. Почти. Посралась с Юлей. Она сказала, что мы идем в Читай город, а мы еще на Красную площадь. Получается, Читай город, это и есть Красная площадь. Видео. Это видеоблог. Это должно быть красиво. Ой. Очень довольное лицо. Ну, если я здесь, то точно будет красиво. Мода каких годов? 70. Вот это прикольно. Да, мы все-таки смотрим на это. Да, там музей. Как такое можно было построить кукольный? Почему вы недовольны? Давайте кого-нибудь попросим. Давайте вместе сфоткаемся. Вместе нас сфоткать, да, да уже да, это да. Самое. Мы же, Эмма, должны были сфоткаться вместе. Ну давай ты как-нибудь улыбайся, да. Солнышко вышло. Короче, мы устали. Сели. Да, блин. Юля, положи свой телефон. И на твой этот... Вообще Жанну теперь говорю, Машу снимем. Жанну, да. Вот, Жанна, да. Всех вспоминаю, блин, уже. Эй, а я икаю. Это я икаю, икаю? Ох, е-мое. А это Красная площадь, на которую мы не смогли зайти, она закрыта. К сожалению. Ну, хоть как-то издалека. Да. Сейчас, подожди. Чего заправлю? Жалуется тут сидит. А что ты сделай Короче, когда мы сюда ехали, думала, надо попробовать какую-нибудь национальную кухню, потом такая. Крыски были. Мы такие. Советские вообще обожаю такие лозунги. Вот бери. У меня висят на стене. Я сама нарисую, господи. Ну там посидим. Бишь минут можем везде. Бишь минут. Мы бишь-минуткать можем везде. Бишь-грамм, пожалуйста, можно? Бишь-грамм. А что? Ты фоткаешь или видео снимаешь? Фотка для мамы. Эти розы посвящаются всем мамам на свете. Извините, я не могу. Почему? Я не знаю, почему. Потому что нет Грузии. Потому что нет Грузии. На ВДНХ нет павильона Грузии. Есть Карелия, но нет Грузии. Есть Карелия? Да. Вау, да?
опоздала. В Москву жаловаться, что ли? Вы так красиво стоите. Ну-ка. Таня, вот сюда, Станька. Еще сюда. Еще сюда, ближе. Да. Вот такие красотки. Таня, улыбайся, смотри сюда. Танечка! Это фотограф из 90-х. Танечка, у меня есть Танечка. Вставай. Да я не могу. Ну все. Давай, давай, ручку. Оставьте меня здесь. Запах классный вообще. Я тоже хочу быть в этом фильме. Красивым в этом фильме. Меня вообще мало. Я вот вообще себя мало снимаю. Всех снимаю? Мало снимала всех. И просто блог. Юля, это видео, вот это видео, вот это видео, вот. А я тоже. Я вообще мало себя снимаю. Короче, Юля, у меня запрос. Мягче, Медь говорите все время. Эмедь, ударение Эмедь. А, простите меня. Чего запомни, здравствуй всегда, ударение на Эмедь, на первое. Эмедь. Если ударение ставить неправильно, получится плохое слово на чувашском. Короче, 10 минут, и автобус отъезжает. Мы, как всегда. Песня плывет.